Всем привет, ребята, очередная посылочка из Китая. И знаете, еще один случай, что я специально купил в телефона для испытания в чехла. Скажу, ну, из-за чего. Знаете, всем мне рассказывали, купив в чехла с такой структурой, что штука, ну, что интересная. Единственное, что, знаете, вот я заметил, что в китаец указывал, что сделано из металла. Ну, что, кстати, в 54K на Xiaomi в K30. Ну что, для информации, здесь у нас отверстия, ну, я так понял, ну, что для камеры идут, ну что, пленочка, я надеюсь, что вы увидите, я не знаю, что с фокусом впервые испытываю, но, вот, знаете, ну, чувство, что из пластика, но ты вторгаешься, и такое чувство, что, ну, что из металла, ну, честно, я не знаю, в чем, что прикол такого чехла. Опачки, и открывается специально, что с магнитами идет. Я не знаю, что с фокусом у нас будет. Тут, ребят, ну что, извините, вдруг что не так. Я, ну что, первый раз, ну что, экспериментирую с таким делом. Опачки, что включается и вставляется. Ну и открываем телефон. Я думаю, что будет, ну что, интересно, потому что, знаете, по факту, вы покупаете и чехла, и стекло. И в чем плюс, то, скажем, знаете, вот не испортится спинка, ну, телефона. К несчастью, ну, что все чехлы, что покупаешь, то, знаете, они чуть-чуть, ну, что упаковку, что портят. Купил, естественно же, что глобалку я. И при том, что, вот, знаете, самое смешное, что я хотел китайцам купить. Ну что, вот я из Украины, и у нас в Китае, ну, что лучше покупать, скажу из-за чего. У нас есть такая тема Интертелеком, и, ну, что, в глобалках отказываются, ну, что, включаться, вот именно. А в китайцах, ну вот если, ну, что, чистых и счете их, то все вполне окей. 4 гигабайта, и цена, кстати, ну, что, вполне терпимая была. Из-за этого, что, в целом, телефончик на ту стоимость, что он стоит, я считаю, что вполне окей. Вскрываем аккуратненько, чтобы, естественно, в конечном итоге увидеть в чехол. Тем более, я не помню, ну, что синий был у меня или нет, я, ну, что беленький был. Вот единственное, знаете, вот, с чем китайцы меня, ну, что добивают, что в комплектации у них здесь, наверное, в черный чехол или белый. Нет, ну что умнички и втулили, ну что беленький чехольчик. Но в любом случае стекло 100% оптимально было бы. И глянем еще на синий телефон. Так, ребят, включу и показываю вам, чтобы вы увидели. Смотрится, кстати, ну что, вполне все симпатично и красиво. Но, естественно же, вот я акцентировал, что мы испытываем чехольчик. Открываем. Вот знаете, что из замечаний, ну что, к чеху, что все сделано, что пусть из металла, и в конечном итоге вот нет ничего из резины, ну что, вставочек, что вы чуть-чуть, я так думаю, испортите телефон. Но попытаемся, знаете, ну что, вот спортивный все-таки эксперимент идет, и мне аж интересно, что, с чем это закончится. Раз. Ну и... Так, что-то я сделал, значит, не так. Наверное, ну что, кнопочки здесь отходят, или лучше их взять, ну, чуть-чуть отодвинуть и одевать его вот так отсюда. Опача, есть. Так, ребят, и смотрите, ну, что мы имеем в конечном, ну, что, итоге. Ну, что, включился, кстати. Я думаю, что кнопки все-таки, ну, что, включаются, ну, что, и зажимаются. Это чуть-чуть, ну, что, печально. Но я вам скажу, что, знаете, ну, что, в целом идея, ну, что, интересная, что у нас и стекло, и чехол все вместе, но я смотрю, что кнопка питания все-таки, ну, что, не включается. Пленка у нас здесь есть. Все полностью, и здесь спереди у нас и защита, и все полностью, и тем более, что стоимость его, секунду, я специально для спортивного интереса взял и глянул, все-таки сколько стоит такое диво. Одну секунду, 2, 3, 4, ну, типа, ну, честно, я куплял около $5, его цена идет, если интернет не сильно глючить будет, а то я не знаю, что с интернетом. Снова спасибо в компании Воля. Так, ребят, смотрите, он, ну что, вот реклама включается, типа, покупайте, счастливые все будете, вот как они одевают. Вот видите, втыкнули, все окей. А Ленька втыкнул и закончилось чем? Халтурой.
Так, а что же с кнопками? Не так я сделал? Не, ну гляньте, в теории все окей. Телефон. Раз. Еще раз пробуем. Отключаем режим. Сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик. Что? Погулять. Тем более, что глобалка у нас идет. Знаете, вот в чем плюс что такого телефона? Что в компактный, удобный, ну что в целом проц вполне терпимый идет. Я не скажу, что он классный, терпимый. Ну что для использования на каждый день, ну что вполне окей. По камере тоже вполне все классно. Здесь на ту стоимость, что он стоит теперь, я считаю, что телефон вполне, ну что, классный. И рекомендовать в покупке его стоило. $140 я не считаю, что слишком дорого. Что гляньте, смотрится все аккуратненько, но просто, чтобы вы увидели, вот я использую чехол из силикона для себя. Так, одну секунду. Правильно, чтобы вы увидели, раз и два. И показываю вот в конечный итог. Сюда и сюда. Я не знаю, ну, что, кому что в комфорте, ну, что кажется, но я считаю, что идея, ну, что интересно, вот в ком плане, что спинка у вас, вот акцент, ну, что в телефоне был, ну, что изначально вот на спинке, здесь он есть. Единственное, что, знаете, китайцы указали, что стекло у нас идет. Я так думаю, что это, ну, что из пластика. Но, естественно же, испытание было... испытает его в покупатель и телефона, и чехла в конечном итоге. Но в любом случае, так, одну секунду, что с кнопочками? Есть, смотрите, ну что включается и срабатывает, все окей. Что делаем? Ставим пятерку ему. И, ребят, скажем, оказалось вдруг, ну что, интересным это видео. Вдруг, я сомневаюсь, ставьте, ну что, лайки или что там в комментариях. Оказалось, что, знаете, что вот надо, что для канала и такая тема. Спасибо за внимание. Извините, что долго было. Вписали в 4K, в 30 FPS на Redmi в K30. Ну что, для информации, знаете, вот включил и показал бы, но не получится. Всем спасибо, пока.